День, дорогие подписчики, гости моего канала, снова приехали станция Копа, на этот раз гости Керлан и Саяту. С нами старший товарищ, брат Бахт, приехали вот осветить такое хозяйство. Ассалмайкум, Ерлан, Саят, Бахт, братан. Сол, отчерсеніздер. Қанша жыл болды айналысып жатқаныңыздарға осы қошқарлармен, қойлармен? Қалай келдіңіздер? Ассаламу алейкум. Айналысқанда біраз жыл болды, 15 жылдан асты. Айналысып жатыр. Неше түрлі қошқар қолдан кетіп жатыр. Неше түрлі линия. Қазір мына қошқарлар шарпейдің линиясы. Екеуі. Біреуісі бульдозер, біреуісі ақмағадан шыққан. Алаяқтың. Красавчик линиясы. Беломашка. Берги Беломашка, Ахмага Танчикан. Здесь, дорогие подписчики, лучшие из лучших беломошки, наверное, Казахстана собраны. Несмотря на то, что есть вот эта пигментация, эти кошкары по-своему дают одних из лучших, так сказать, по показателям ягнят. Вот этот слева беломошка, он прямой сын бульдозера. Он стоял у Газиза в Каскелене. На данный момент купил его Ерлан. Это один из лучших производителей в Алматинской области. Дает очень породных. Второй беломошка. Недавно мы взяли его сына прямого. За такую приличную сумму. Вот такие барашки. На ЕКО... Кошкарды отчешь, пожалуйста, кем? Береги. Вот номер один. Шарпейдин прямо у волоса. Это прямой сын шарпеи, оказывается. Тёртыс. Четыре зуба, это значит 2,5 года где-то. Арғысы полторашка. Осы кошкарын баласы. Дальний полторашка. Сын, получается, внук шарпеи, да? Ага. На кошкарды. Вот она все. Вы посмотрите, какие параметры. Это же... Конь. У него кличка Барма? Беломошка. Беломошка, да? Вот так расширим вам. Вот такие параметры. Просто загляденье. Вот так люди посвящают долгие годы селекции, чтобы собрать, получить вот таких кошкаров. Это так просто не получается. Это нужно... Время, ресурсы, деньги, так сказать, и любовь к этому делу. Смотрите, какие параметры. Это же просто лошадь. Сейчас активная селекция идет по породе байсара. Так сказать, поверху идут кошкары арашаны, а маточное поголовье местные. Это делается для того, чтобы порода байсары была устойчива, круглогодичной, пастбищному содержанию. Это хочу разъяснить, пояснить, потому что часто слышу, что якобы байсара просто привезенная с Кыргызстана порода овец. На самом деле ведется активная селекция. За основу берутся кошкары породы арашан. А маточное поголовье это, так сказать, местные овцы. Там тоже есть селекция, гисара, идельбая, там еще такие курдючные породы. Посмотрите, что за параметры у этих кошкаров. Что за костяк. Вот такие дела. Обязательно оставлю контактные телефоны Ерлана, Саята. Сейчас начали снимать все хозяйства, смотреть, кто держит, какое количество, в каком качестве. Сами видите здесь, насколько качественные бараны. Я не знаю, насколько видео передает, но живем, это, конечно, впечатляет. Эти параметры. Помимо параметров, есть в них красота. Вот такая красота.
Ереке, они продаются у вас? Сатлама? Саудасы болса? Сатлама, сатлама. Төртеуде, я? Бағасы кесе. Вот, дорогие подписчики, при хорошей, так сказать, торговле, они все продаются. Если желающие есть, можете приобрести. От них, от всех есть шикарнейшее потомство. Так сказать, дающие, передающие породистые качества свои, эти хошхары. Номер Ирлана я обязательно оставлю. Вот так станция Хопа держит одних из лучших производителей. Вот такие красавцы здесь стоят. Дорогие подписчики, поближе пытаюсь снять вам, чтобы кошхары не убежали, чтобы вы могли разглядеть все те качества. По анатомическим параметрам это такие, как ни странно, очень собранные бараны. Курдюки у них не висят, они все пригодны к пастбищному содержанию. Но для этого нужно их держать сигнят, чтобы они видели пастбище. Если с малого возраста они будут стоять в стойле, то, конечно, они будут непригодны для пастбищного содержания. Потому что эти кошхары достигают до 200 кг, так сказать, запросто, при должном уходе. Ну, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте.